Потемкинская плачет. Несмотря на то, что уже несколько дней в Одессе относительно сухая погода, в арках Потемкинской лестницы продолжает сочиться вода. Наши корреспонденты зафиксировали весеннюю капель примерно посередине лестницы, хотя на поверхности никаких источников воды нет. Это действительно проблема, уверяют специалисты. Главная проблема лестницы – это очень высокая степень водонасыщения известняка ракушечника, который не любит очень это. И вопрос с гидроизоляцией сверху и с гидрофобизацией снизу стал основным вопросом в сочетании с вопросом открытия туннелей, обеспечивающих режим проветривания, тоже необходимый для возможности той влаги, которая уже накопилась, выйти все-таки. Напомню, реконструкция Потемкинской лестницы может затянуться из-за вмешательства в процесс самого заказчика работы. Это Одесский городской совет. Об этом стало известно во время заседания консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия Одесской области.